Проезд в муниципальном транспорте Омска подорожает минимум на 5 рублей. Городской бюджет не в состоянии компенсировать перевозчикам разницу между тарифом и стоимостью билета. При самом позитивном варианте цена за одну поездку в автобусе, троллейбусе или трамвае может составить 27 рублей. При этом ждать появления новых автобусов не приходится, расходы на их покупку в тариф не заложены. Омичам ждать подорожания стоит с нового года. Добавлю, в департаменте транспорта повышение тарифа также связывают с падением пассажиропотока. Однако и депутаты городского совета, и специалисты региональной энергетической комиссии утверждают обратное. Понятно, что ежегодное увеличение стоимости проезда напрямую влияет на пассажиропоток. Отток пассажиров происходит, на наш взгляд, сегмент частных перевозок, либо пассажиры пересаживаются на личный транспорт. Также в последнее время мы все видим, что к нам заходят федеральные сети такси.